Покачи вышли в лидеры окружного рейтинга по собираемости взносов за капитальный ремонт. Показатель почти 95%. Но так было не всегда. Еще 6 лет назад счета приходили отдельными платежками. Люди открыто выражали свое недовольство. Но в результате совместной работы коммунальщиков власти Югорского фонда капремонта собираемость выросла. Самым ответственным покачевцам даже вручали призы. Козырем стала единая платежка. Собственники больше не могли погасить счет за квартиру без взноса на капитальный ремонт. 3 года назад начисления стали производиться по-прежнему раздельно, но на собираемости это не сказалось, поскольку параллельно проводилась претензионная работа. Так, в минувшем году в отношении жителей Покачи было подано около 60 исков на 1,5 миллиона.